Едем-то. Ты же большой, сам ты знаешь. Не, ну я прочитал там постановление, что вы меня должны доставить там, это, я не против, копию, правильно? Получается, какое-то это, дело заведено уголовное, правильно? Я ознакомился с сложными показаниями Завьяловой. Ну, вы ничего можете пояснить по этому поводу? Вы можете подойти к дознавателю со всеми вопросами. А я что, убегал, что ли, от дознавателя? Это я понятия не могу. Я не знаю, что вы докидываете. Нет. Меня никто так-то не звал, повестки не приходили ни одна. Вот твои визиты были незаконные, ложными, обманным путем ты меня повез там на суд, медэкспертизу там. Ну, что, не было такого, что ли?